приложении госуслуги «Авто» доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Так, в Мегино-Кангаласском районе в тестовом режиме проводят проверку сотрудники госавтоинспекции. Данные документы водители могут предъявлять инспекторам. Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода. Так как данное внесение по факту является тестовым, водитель по-прежнему обязан иметь при себе документы в оригинальном виде. С начала года на территории Мегино-Кангаласского района зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы различной степени тяжести 5 человек. С начала года на территории Мегино-Кангаласского района зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы различной степени тяжести 5 человек. Из них количество ДТП в условиях тумана 11, а количество пострадавших людей 4. Причиной ДТП, произошедших в период сложных метеорологических условий, стало несоблюдение водителями безопасной скорости. В связи с сильными морозами и туманом на территории республики сотрудники госавтоинспекции Мегино-Кангаласского района рекомендуют максимально быть внимательными при управлении транспортными средствами, без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, а если вы уже в пути, то соблюдайте дистанцию, боковой интервал и скоростной режим.